Так, перезагрузил я стрим. Дайте знать, как заработает. Привет, Стас. Привет, Дирман. Привет, Владимир. Ребят, скажите, заработало или нет? Сейчас вы меня видите? Как я получу ответ на этот вопрос, начинаю. Как же сложно, как же это все сложно. Ага, все, да? Ну что, ребят, добро пожаловать. Вот и народ набежал, 35 человек. Всем спасибо, кто зашел. Думаю, тут в середине стрима так и соберем около 120 зрителей. Последний день сегодня за Рейдена. Привет, Рея. И самая его интересная вариация, на мой взгляд, это, конечно же, вытеснитель, дисплейсер. Очень интересно за него играть, потому что вот эти телепорты, они могут быть неплохо использованы, чтобы запутывать вашего оппонента. Также эти телепорты дают возможность увеличить урон от комбо. Вот, скажем, смотрите, вы можете сделать такую комбо. Я не знаю, получится, нет. О, 47%. А в других вариациях, конечно, такого нельзя. Этот телепорт также можно использовать в качестве... Стрим лагает? Точно? Пока вроде только Дирман жалуется. А также данный телепорт можно использовать для прессинга, но... Получается, тут у него есть только одна серия, которая оставляет его в плюсе или вообще в нейтрале. Это вперед 2-2-4. Можно вот так делать телепорт. И это такой псевдо-прессинг Рейдена. Конечно, можно, знаете, можно делать вот так. Усиленный телепорт намного быстрее и, конечно, дает больше преимущества Рейдену. Опять же, можно это использовать для прессинга. Ну, конечно, посмотрите, блин, его комбинации одни из самых сложных. Сегодня я за него примерно 1 час, 2 часа играл. И у меня просто болят пальцы. Лагает. Привет. Привет, Паша. Так вот, в отличие от предыдущей вариации, у него вот этот телепорт, но все удары получаются те же. Возможно, потому что битрейт стрима слишком большой. Хорошо, Никита, жду твой донат. Так, тут у меня все нормально. Да, плашка с донатом есть. Но в системе Donation Alerts не вижу. Или ты на киви скинул? У меня битрейт большой. Вы хотите, чтобы я быстренько перезапустил с меньшим битрейтом? Или просто из-за того, что рестрим через Good Game? Может, Good Game так подлагивает? Какие-то неоптимальные комбо делаю. Смотрите, в углу он вообще может чудеса творить. Ну, примерно вот такие. 39% без метра. Конечно, на мидскрине без метра ему делать вообще нечего. Потому что вот эта его серия вперед 1-2 назад 2
одна из самых сложных серий, как по мне, в игре. Еле-еле как у меня получается. Очень нужно много тренировать Рейдена. Привет, Арис. Ладно, ребят, надеюсь, все нормально. Если у вас стрим лагает, попробуйте перезапустить. Какой битрейт? Но битрейт у меня 4500. Нет, не 4500. Примерно 4000. А, да, 4100. В общем, давайте быстренько повторю. Данная вариация очень хорошо пойдет для нейтрала, потому что, смотрите, Рейден может телепортануться на месте, то есть такой мини-развод оппонента, может прямо телепортануться за спину. Это особо хорошо против зонеров. Если, скажем, кто-то пытается вас чем-то стрелять, бац, короче, быстро телепортанулись и наказали. Привет, мурзилки, всем привет. Привет, Рубер. Поэтому, как по мне... Блин, я вот не знаю, какая лучшая вариация Рейдена. А, дисплейсер крутой, но лучше ли он бога грома? Вот большой вопрос, который меня мучает. Пока что ответа я на него не знаю. Я точно знаю то, что первая вариация самая худшая. С вот этими шариками. Но давайте этот, посмотрим. Посмотрим, что я смогу за этого крутого, крутого перса показать. Да, спасибо, Никита. Большое. Окей, ребят, давайте этот. Меньше слов, больше дел. Сразу. Сразу зайду я в онлайн и попробуем мы там кого-то обыграть. Блин, это один из самых сложных персонажей, за которых я играл. Вот это 100%. Взять того же Джекса, да, с которым я Рейдена всегда сравниваю. Блин, в нем нет ничего сложного. Даже вот его инпут, вот командного захвата, если немного придрочиться, его можно делать очень легко. А вот с Рейденом у меня вот просто болят пальцы, вот ей-богу. Слишком долго за него играть. Это вот та же самая ситуация, как и с Эрон Блэком. То есть вот его вот эта серия 2-1-1-2-2 просто жуткая. И тут тоже у Рейдена, мне кажется, вот эта серия вперед 1-2-назад-2 еще хуже, ей-богу. Да, Никита, спасибо за донат. Да, Никит, ты не заметил, что ли? Там все пришло, спасибо. Так, окей, что-то этот слишком долго ищет. Фолшей тут как тут? Неужели Алиса нет? А, не, Алиса в чате у нас. Да, всем привет, ребята. Почему так долго ищет? Хотя, в воскресенье, возможно, никто не играет. Может, так и этот. Перестали все быть задротами, хиками. Решили начать новую жизнь. Сегодня воскресенье. Только я один остался, да? Сижу и ищу. Джонни, ты хейтер? Кого хейтер? Да нет. Никит, я добавлю. Не волнуйся. Хотя, ну ладно, раз просят, давайте сразу скину Никиту. Так, сегодня у нас Никита скинул 10 рублей. Джонни Кейдж.
Очень-очень просят. Ой-ой-ой. Блин, Джонни Кейдж. Как будем превозмогать за нашего лоу-тир персонажа? Меня не захейтил сегодня? Да нет, а что такое? И вообще такие эмоции, как ненависть, вражда, тут не культивирую себя. Зачем? Так, окей, первый бой. Главное, хорошо начать. У него нету нормальных... Ой-ой. Да, блин. Не знаю. Сложно мне за него играть. Сложно абсолютно каждому рейдену побеждать. Окей. Окей. Уф, нет у него нормальных нижних пок. Вот именно, какой-то Джонни Кейдж делает вниз 4, и Рейда ничего не может. Вот такой сложный персонаж. Иди сюда. Ой, хорош. Под конец этот. Чуть не выиграл. Блин, как сложно. Чувствую себя каким-то Прометеем, я не знаю, заковали в гору, прям все боги на меня ополчились. Зев карает своими молниями постоянно. А, как сложно за него играть, как сложно играть за Рейдена. Блин, главная его проблема, нету нормальных медовых серий. Нету серий, которые пробивают нижний блок. То есть, у него была вперед один. На Zerlom Studios решили, нет, короче, больше мы ему такой хорошей вещи не дадим. Была бы хотя бы медовая серия 9 кадров, да? Получается, его нормальная медовая серия это вперед 2, но это ненормально, там 15 кадров. И что делать? Что делать вблизи за Рейдена? Вот этот прессинг вперед 1-2 и потом еще раз вперед 1-2, он перебивается обычной покой. Сложно. Так, окей, let's go. Так, по сути, это опять тот же парень. You have to evolve, ребята. Нужно развиваться, нужно становиться сильнее. Надо понять. Вблизи против Джонни Кейджа, мне кажется, делать нечего. Нужно навязать какую-то дальнюю игру. Привет, Рой. Йоу, Даш, спасибо большое.
Как же сложно это нажимать. Какой рейндж? Какой рейндж в этом НЖП? Ух! Блин, надо думать, как побеждать. Но у этого парня тут офигенная стата, так что надо это... Окей, неплохо. Ай-яй-яй. Я вблизи просто не знаю, какие кнопки нажимать. У Джонни Кейджа получается его колено. Один из лучших, если не лучший нормал в игре, который, собственно, открывает ему возможность для прессинга. У Рейдена вперед 1-6 кадров, типа, но хитбокс этого удара очень маленький. Фух, блин, сегодня каждая победа будет на весь золото. Инвержен, привет, как дела? Сегодня сложно, сложно за этого Рейдена играть. Но, это, как и всегда, давайте я немного разгонюсь. И думаю, под конец стрима буду я всех побеждать. Ну, этот парень еще крутой был. Какая стата у него-то? 900 на 100? 800 на 100 где-то? Не, Арис, я не знаю, что такое этот великолепный век. Ой, блин. Это же новичок какой-то. Ну ладно, давайте этот, я вам покажу комбинации, которые выучил. Если, конечно, они у меня получатся. Окей. А может реально посмотреть? На самом деле, сейчас я смотрю только кулинарные шоу. Кто-то я этот вымахал. Смотрю я только Гордона Рэмзи, но сериалы, возможно, тоже этот надо некоторые вспомнить. Но мой самый любимый сериал, конечно, Prison Break, первый сезон. Ну, ё, Паш, спасибо большое за донат. А, блин, я... О, окей, неплохой захват. Мне кажется, что это отвал башки. Вы про что? Ну да, мой самый любимый... Окей, окей. Мой самый любимый сериал — это Prison Break, первый сезон.
Да, Паш, спасибо большое. Сейчас я вас всех добавлю. Я же сказал, я поблагодарю. BBC Космос. Кстати, можно и такое посмотреть. Я любитель каких-то научных или сериалов, документалов, посвященных природе, расслабляя. Так, Паша, спасибо. Давайте кого-то. А, блин, еще Даша. Даша, спасибо большое. Извините, очень сегодня сложно. Сложно играть, сложно выигрывать. Сложно делать комбинации. Говорю, у меня уже пальцы болят. Спасибо, мальчики и девочки. Опять этот парень. Окей. Шейда, можешь в гости позвать? Кто тебя завтра? Завтра Кейси Кейдж. А что, какие вообще сериалы можно смотреть? Я небольшой любитель. Я вот смотрел Флэш, Стрелу. Но больше всего мне нравятся кулинарные. Ой-ой-ой, хорош. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ох, если бы я попал, если бы я попал. Как же сложно это. Как же сложно это нажимать. Окей. Чё он же посильнее? Американская история ужасов. Нет, наказывай. Молодец. Окей, окей. Наконец-то пошло. Наконец-то пошло. Ты же говорил за Рейдена, пипец. А, да, Inversion. Сегодня буквально час-два поиграл за него и понял одну истину. Каждый, кто за него играет и побеждает, герой. Можно записаться на частные уроки. Владимир, этот, напиши в группу ВКонтакте. Я там тебе быстренько условия скину, там уже этот. Быстренько определимся со временем и можно, да. Блин, почему никто не играет? Вроде воскресенье. Сегодня же воскресенье. Посмотри сериал «Ликвидация». Блин, вот именно то, что мне нужен какой-то один сериал, который можно будет смотреть. Там это чертова Наруто. Ой-ой-ой. А, постойте, это.
А, это же этот. Это тот крутой парень, про-игрок. Как его звали? Я его тогда бахнул. Что-то док этот начал его оправдывать, там что-то типа замешал, забей, короче. Привет, Женя. Привет, экзорцист. Капа Прайда. Кстати, так этот же Дрэгон типа задает моду. Этот школьник уже настолько офигел, то что прям смотрите, у него копируют. Ух ты. Ух ты, неплохо. Sky we've seen before. Ой-ой-ой, молодец. Ох! Как сложно, как сложно. Любая комба на вес золота. О, а, у него... Блин, у него украденный Супермен был? Я и не знал. Слушайте, умный. Ай-яй-яй-яй, я еще метр потратил. Это ж проигрок какой-то. Как его этот? Настоящий нет. О, хорош. А, это Кракен, да, это Кракен, ребята. Блин, как он на все реагирует. Но неплохо, неплохо. Я ему не полностью слился, и есть еще шанс. Это, ребята, про игрок из ESL. А, блин, точно, молодец, молодец. Блин. Я у него мог выиграть. Эх, жаль, жаль, жаль. Немножко не пошло. Кто это, Дрэгон? Ну как, это же вот. Неплохой игрок, который в свое время обузил Таню. Потом начал обузить чужого. И сейчас перешел, получается, на Шинока. Не знаю таких кракенов, но видишь, все другие знают. Так, Лероникс. Я вообще впервые встречаю игрока с таким ником. Дрэгон вроде уже не в Critical Reaction. Кстати, да, он вроде в другой теме. Какая-то у него маска темная. Ее можно самому выбирать или что? Неплохо, неплохо, ребят. Намного лучше, чем я предполагал, играя за этого перса.
Ultra. Ух ты! Даже такой возьму. Я просто не думал то, что попал. Хорош. Вот, это было неплохо. Как попал! Какой это хитбокс, вообще жесть. Блин, что-то я... если бы я еще этот... Бум. Not bad, not bad, ребят. Я пивасом затарился с рыбкой. Хочу зрелищ. Но прям как этот, как в Колизее, да, кидают меня ко всяким тиграм, ко всяким стоснам. Зрелище, зрелище всем. Так, окей. Шутили про направление челки? Чё там такое? Его выгнали? Да ну. Неужели Дрэгона выгнали из Critical Reaction? Привет, Sub-Zero. Пока что получается. Сейчас я вам покажу еще некоторые техники, которые я учил, но которые делают сложновато. Но все равно я ее знаю. Привет, привет, Критик. Нормально, нормально. Даша там уже этот. Любовное путешествие с Арисом отправляется в Лиссабон. Джонни, ты знаешь Хитмана? Да, я знаю. Так, окей. Рейден. Так, господи, вот эта песня меня постоянно этот нервирует. Слишком не кончается. Еще один. Окей. Let's go. Пробовал комбинации за газовым телепортом. Да, конечно. Сейчас покажу. Покажу я вам комбинации газовым телепортом. Блин, это... это зонящая вариация? Окей, неплохо. Сейчас, что-то этот, он начал зониться. Так, спасибо большое, ребят, всем, кто подписался. Извините, я не заметил, но... Блин. Чё-то я не знаю. Этот парень, конечно, под конец вообще раскис.
Не, на самом деле, вот именно комбы с телепортом, как по мне, особой сложности не представляют. Ну, кроме одной. Если ты миксуешь назад два, усиленный телепорт и вперед один. Это жесть, это жесть. Потом же нужно коннектить, получается, еще одну вперед один, еще одну вперед один. Одни из самых сложных комбинаций, которые я когда-либо делал. Будешь играть за огненного кулака? Так мы же играли за него. А, нет, я не играл. Это который с отменами, что ли? Огненные кулаки это без отмен же. Flame Fist. Буду. Мы будем играть, ребята, за всех. Strong Serious. Окей. Какой-то набор слов. Так. Йо, ребят, всем спасибо, кто подписывается. Рад видеть всех на моем стриме. Я стримлю каждый день в 19 часов, так что заходите тоже завтра. Что такое? Снимай штаны, встань в угол, лицом к стене. А, это, надеюсь, не мне дашь. Что-то уже вообще какие-то запросы пошли. Окей. А, постойте, у этого же парня еще стата была нормально. Что-то я его недооцениваю. Да, конечно, этот. Корнер керри у Рейдена один из лучших в игре. Насчет остального я не уверен. Лолос Виктори. Но он там какой-то ударчик нанес, но все равно. Уверен. Да, ребята, это все стримы я залью, получается, послезавтра. Собственно, отыграем мы за всех персонажей в этом месяце. И уже вот 3 дня, когда у меня будет перерыв, я все залью. Джонни, а ты работаешь? Пока нет. Пока что донат хорошо идет. И я целый день трачу вот на стримы. Блин, если бы я еще не тренировал сегодня этого Рейдена, забейте, сейчас бы этот полный разнос бы был. Поиграешь за Триберка, Алекс? Но я так не могу. Я вот могу играть по вашим заявкам. Во время царя горы. Да, Рейден сложный перец. Подскажи, кто будет завтра? Завтра у нас Кейси Кейдж, послезавтра Котелькан, Бладгот. Ой-ой-ой. Ух ты. А, блин, так у него еще после этого стана нету, что ли? Ух ты, какой крутой. Ух! Окей, вот это было неплохо. Вот это было красиво. Красиво.
И это красиво. Черт, мне не нужно. А-а-а, я думал, он будет сейчас делать этот телепорт. Окей, окей, это было очень близко. Откуда вообще берутся такие игроки, я не понимаю. Какая у него стата там, 300 на 20, что ли, была? Ах, блин, я думал то, что брутально получится. Есть, есть. Ух. Какие-то задроты, что там делает антиэр вниз один. Какие-то телепорты. Ах. Ребят, если вы новичок, соваться в онлайн Mortal Kombat X не самое лучшее время. Но, конечно, этот... это единственный способ. Единственный способ играть лучше, развиваться. Ну я вот надеюсь, что персонажи типа Китаны, Лю Кена, Рейдена получат определенные бафы 4 октября. Джонни, ты бы хотел отдохнуть от МК? Ну пока нет, пока нормально. Пока без Нейтера. Не понял. Это уже какой шинок? Третий шинок подряд. Откуда? Откуда у людей этот? Любовь к этому простому персонажу появилась. Раньше вроде за шинока никто не играл. Привет, Зохан. Я не понимаю, как это получилось, но окей, whatever. Почему у меня всегда нет стамины? Я не понимаю. Ой-ой-ой. Блин, вот эти телепорты отнимают стамину, и я не могу бежать. А против шинок это всегда нужно. Ой-ой-ой. Ах,
Зачем? Я думал, то, что он будет делать Супермен. Как же сложно, как же сложно. Я вам говорю, каждая победа на вес золота. Jesus. Jesus. Fuck me. Why so tough? Why so hard? Джонни, а если у Коттеля делать комбо 1-1-4 без тейкдаунов? Там вроде есть плюса, да? Привет, Вархавка. Всем привет. Ната Бьюти. Так, это у нас зритель, который играет за Китан. С тобой? Так, вроде я с этим же договорился. С Кратосом. Да уж. Я все пальцы сегодня отбил на этом рейтане. Слабый персонаж и сложно за него играть. Почему две такие комбинации? Почему у всех топовых персонажей импуты простые? Но единственный такой персонаж, о котором я могу подумать, это Джонни Кейдж. И то не все играют за Алиста, многие играют именно за дублера. Дублер тоже сильный. Когда будет царь Гарри, пока не знаю. Посмотрим. Учитесь, учитесь, пока я жив. Привет, Максик, спасибо. Джонни, когда ты в рекламу вложишься? В начале следующего месяца. О, неплохой антиэйр от Наты. Так и так эти чертовы комбы делать, ну, просто нереально сложно, еще лагает. Да, лучше на такое не смотреть. Stranger I remain. Неплохо. Окей. Вот это уже плохо. Зачем я так сделал? Так, ладно, ладно. Дал я Нате шанс. Пора его обратно забирать. Нет, нет. Ой-ой. Какой тут урон будет? Так. А, слушайте, точно, там же еще Перри есть. Наказывай. Хорош. О, он еще в угол меня занес. Слушайте, обыграл. Да, сегодня этот, играем с Кратосом. Наверное, через 10 минут. Сет до 10 побед. Сложно, конечно, мне будет, но я постараюсь обыграть.
Так, туда-сюда, туда-сюда. Ой-ой-ой. ГГ, Наташа. Кратос Арам, да? Арам. Наш Кванчи. Пока инвержен. Заходи еще. А со мной когда поиграешь? Ну, Денис, тут единственный вариант нам с тобой сыграть царя горы. Я создаю царя горы. Вот. Можешь заходить и поиграть. Там у Арама этот на ютубе фанаты. Играй на нормальном чаре, чтобы было интересно. Ну чё, ребята, думаете сыграть мне за своих основных или сыграть за Рейдена? За Рейдена будет очень сложно выиграть у Арама. В общем, что думаете? Женя, в какой момент ты понял, что МК твоя тема? Ой, я не знаю. Сложный философский вопрос. Я до сих пор даже не знаю, это моя тема или нет, но видите. Мне кажется, это просто стечение обстоятельств. Судьба Вселенная так захотела. Ну, я не против. Так, все говорят за Котелькана. Окей, попробую я за Котелькана против Арама. Рейден отменяется. За Фератор, ой, это слишком. Это уже верх моих возможностей. Ладно, давайте это, сыграю два боя за Рейдена. Если он меня вообще будет в нулину укатывать, возьму своих. Миксет. Окей. Я боюсь, да. Этот парень ничего не покажет, но... кто знает, может он там 40 игр против... против Дока игра. Что за кейсы будет? С пистолетиками. Меня Алиса ненавидит, пишет Шейд. Окей. Рейден. И Кунг Лао. Ой, боюсь то, что хорошей комбинации я от него не увижу, но кто знает. Это наказывается, кто не знает. Ух ты, вот это было неплохо, not bad. Сейчас я на нем, короче, покажу. А, камбы. Рейден. Лишь бы он брейкер не сделал. Nature's sacrifice. Дропнул, дропнул. Там, короче, я знаю комбо на примерно 50%. Немного не получилось. Там, короче, тайминг нужен четкий. Что случилось?
Да, как всегда это. Как только я у него выигрываю, что-то он говорит, какой-то мэш, короче, что-то ты там вейкапываешься, этот. Когда вот на кунг-лао, бензопиле, у него там матчи, бро, говорит, что ты там делаешь? То есть вот именно, получается, если у Дока выигрывать, он тебя будет критиковать. Если ты ему проигрываешь, то, наверное, ты крутой игрок. Я вот этой логики не понимаю. Джонни, когда за Борачо алкастрим? Это идея, да. За Борачо алкастрим. Наверное, этот. Где-то в первой, второй неделе октября. Ой-ой-ой, опять этот парень. Блин, сложно, сложно, ребят. Все пальцы сегодня убил на этого Рейдена. Let's go. Так, двух Джейсонов мы уже одолели. Теперь уже третий. Let's see what you made of. Так, Док, это ты все вспоминаешь? Я-то ничего не вспоминаю. Ух ты. Да, как ты не попал? Слушайте, а он неплох. Просто с ним нужно серьезно играть. О, окей, вот это было круто. Ух ты. Серьезные игроки, ребята. Сегодня мы обыгрываем только серьезных игроков. О, неплохой. Ух ты. Блин, так сердце бьется от этих задротов, господи. Да, на месте вот этого парня мог бы быть док, конечно, но повезло, повезло. Так, ну что, Арам приглашает. Фух. Надо побеждать. Попробую я две игры за Рейденом, а потом уже опять Котелькан пойдет. Ну или чужой. Посмотрим. Let's go. Блин, с этими играми за Рейдена. У меня реально сердце бьется. Жесть, как сложно, как сложно.
Так, ну что, надо играть более-менее серьезно. Так, посмотрим, смогу я одолеть Арама или нет. Окей. Так, большое спасибо за подписку. Она что, не видна тут? Не, она тут должна быть видна. Я увеличу немножко окно. Большое спасибо, я стримлю каждый день в 19:00, так что, если тебе интересен Mortal Kombat X, то заходи завтра. Ух ты, вот это было круто. Это еще комбиц? Ой-ой-ой, Арам, ну ты... Ну ты задрот. Я тоже не лыком шит. Ой-ой-ой, или шит так и. Let's go. Не то я нажал. Блин, есть у меня шансы за Рейдена. Только я не понимаю, что делает Арам. Ай-яй-яй-яй. Давайте этот. Буду я продолжать пока что играть за Рейдена. Ай-яй. Да, сложно мне за этого Рейдена. А, блин, я думал то, что сзади него окажусь. Фу.
Окей, 1-1. Есть потенциал, ребята. Двух-трехдневный рейден может что-то. Так, док, будешь там кого-то мусором называть, забаню. Не нужно так, окей? Блин. Ай-яй-яй. Надо, короче, больше телепортов делать. Вот этих сетапов. Ну, блин, сложно. Сложно их пока что. Так, окей. О, вот это было круто. Вот это мне понравилось. А, слушайте, ладно, если Арам за этого играет, и пока что у нас счет какой? 2-1. Пока продолжаю играть. Я за Рейдена. Let's go. Ой-ой-ой. Вот это антиэр хороший. Ух ты. О-хо-хо-хо-хо. Окей, вот это красиво было. Окей, 2-2, 2-2, неплохо. Очень близкие игры. Так.
Ох, как я это сконфермил. Я даже не знал то, что такая комба возможна. Ну как-то. Блин, если бы я умел комбить, сейчас бы этот полоску шкалы не использовал бы. Сложно, сложно комбить за этого бога. Так, перепрыгнуть нельзя. Ух ты, неплохие миксапы. Вау. Окей. Да, ребят, всем привет. Привет, Нуржан. Окей, 2-3. Или 3-3. Могу я что-то. Вот это называется доп потенциал. 3 дня за персонажа и уже что-то могу. Ох, пока вы там месяцами сидите и учите, тут можно за раз-два. Ну что, ладно, давайте попробуем так. Let's go. Да, привет, солдата. Хотя, мне кажется, мог бы я и за Рейдена попробовать, но... Слишком силен этот парень. Привет, Винкас. Ух ты. Да. Спасибо. Чё, лагает, что ли, ребята? Ай-яй-яй, там плюса. Ой-ой-ой, молодец. Блин, вот это было это. Неплохо, неплохой спейс-контроль.
Вот это просто шикарный, шикарный, шикарный конфер. Ох! Молодец! Ой-ой-ой, крут-крут. 3-3. Ты про что, Warning? Я не знаю, что это вообще за фишка. Ой-ой-ой. Блин, слишком этот, слишком большой рекавери у Коталькана на своих ударах. Ох. Да уж, конечно, вот эти сетапы, они жесткие. Ой-ой-ой, да уж, надо мне на ходу адаптироваться к Араму. О-хо-хо-хо, найс. Блин, я могу ему проиграть, ребят. Силен, силен. Я примерно начинаю понимать, что делать. Но посмотрим, как быстро я смогу к нему привыкнуть. Я не могу ничего сделать, ребята. Блин, опять придется мне вернуться к рестриму. В общем, ребят, пожалуйста, потерпите сегодня. Я надеюсь, уже завтра таких проблем не будет. Надо вспоминать, как. Как за Кутырканчика играть? Окей. Неплохая напрыжка, да, у Кванчи тоже. А, точно. Блин. Все, приехал.
Да блин. Ай-яй-яй. Что-то я теряю хватку. В этих air-to-air-ов. Как так? Блин. Я могу ему проиграть. Надо думать, ребят. Чего не хватает? О! Надо возвращать мои напрыжки. Окей, блин, зазвонил. Так, я мог, конечно, получше наказать. А, хорош, блин. Эх. О, блин, сложно. Окей.
Блин, не... Эх, не хватает мне опыта, ребят. Ух, какая напрыжка, а? Слушайте. Блин, опять ошибка. Надо начать выигрывать у него воздушные баталии. О-хо-хо-хо. Окей, вот это... Это красиво. Окей, хотя бы метр потратил. Теряя хватку, не знаю, думаю, нет. Какое же восстановление долгое, а? Да, спасибо, Водос. Надо бороться. Да, о. Есть потенциал, ребят, не волнуйтесь. Да, спасибо, Водос, большое. А, я сейчас полностью сконцентрирован. Давайте потом финансовые вопросы решим. Опять, блин, что-то у меня начало плохое. Мне нужно начать выигрывать Air to Air. И нужно думать, да. Ай-яй, какие миксапы, а? Я вообще не то хотел сделать.
Ай-яй-яй, немножко поздно было. Пять-семь. Я могу проиграть раунд. На чужом, конечно, было бы намного легче, но окей. Я думаю, у нас у обоих персонажа достаточно честный, поэтому... Блин, вот это плохая черта моя. А, блин, слушайте, молодец. Ай-яй-яй, блин, миксап за миксапом. Все, проиграл. Ууу, какие комбы. Сложно, сложно, ребят. You don't impress me.
Ай-яй-яй, зачем? Зачем я это делаю? Ай, попадает, попадает. Ну чё, придется терпеть все это. Счет 5-9. Хватку я не теряю, ребята. Просто мне кажется, другие начали лучше играть. Голова упала. Окей. Слишком далеко, блин, оттолкнула его. Апперкот. Ай-яй-яй. Блин, если бы я сделал все правильно, там бы на самом деле дыры не было. Блин, крут, крут, крут. О-хо-хо-хо, два бэкдэша. К такому я не готов. Никогда не сдавайся, ребята, никогда. Ай-яй-яй. Раунд 2. Файт.
Never, never give up. Никогда не сдаваться, ребят. Что бы там про вас не думали всякие доки, их там этот подлизы, но всегда нужно гнуть свою линию. Ох, окей, вот это было впечатляюще. Вот это называется потенциал, ребята. То, что ты не играешь, и вот с каждым боем все лучше и лучше понимаешь своего оппонента. Ух ты! Блин, зачем я это делал? Ай-яй-яй, слишком я начал эту вещь очень часто делать. О, хорош! Блин, я сейчас проиграю, мне кажется. Thank you.
Зря. Все, проиграл. Круто. Блин. Немножко не хватило мне, ребят. Эх. Но интересный сет. Сколько я там игр-то подряд? Чуть не камбэкнул. Спасибо большое Раму, то, что сыграл. Да, а чат, оказывается, реально отвлекает. О, вот что я называю, ребят, потенциал. То, что не знал я, как играть против Куанчи в начале, но потом бац, с каждым боем все больше и больше понимаю. Так я и бахнул Дока тогда. Фух, неплохо, ребят, я доволен. Если бы я проиграл 10-3 после того, как я начал вначале сливать за Котелькана, тогда бы я расстроился. Но тут, есть. Неплохо. В следующий раз сыграем еще раз с Арамом. Блин. Так, уже время 22:51. Ладно, несколько игр я продолжу за Рейдена. И потом этот вернемся. Кто мажор, да, задонать типа 5к. Неплохо, ребят. Так, спасибо Водосу. Блин, я весь покраснел. Ужас. Вот что бывает, когда играешь серьезно, ребят. Но, видите, тут если не сидеть там целыми месяцами как док, то сложно. Видео, как я бахнул дока, есть на канале, ребят, все можете посмотреть. Вот что-то этот, он постоянно возникает по этому поводу, типа, убери вот это видео, что ты выложил это видео, ну, сори, брателло. Там абсолютно все мои матчи есть на канале. Так, окей. Надо быстренько вспоминать этого Рейдена. Не хватает терпения, ребят. Не хватает терпения. Но это на самом деле универсальный совет для всего СНГ комьюнити. Никто не умеет блокировать. Но, думаю, это начало. Начало. Ох, по этой лестнице топ игроков. Слишком поздно нажал. Умён, молодец, как я же индет. Да что ты такое? Это были, да, крутые матчи, ребят. Фу, есть. Ну, конечно, ребят, тут... О, вот это было... Шикарно.
All different player. Да что ты? Неплохо. Ой-ой-ой, блин, смотрите, зарубил, очень близкий матч. А. Надо думать. Давайте так. Договоримся так. 4 октября наступит. И я возьму нового персонажа. Потому что вот эти мне уже немножко поднадоели. Хотя закуталька она еще можно. Вот я чувствую, что-то ему ухудшит. Слишком хорошие у него кнопки. А я думаю, некоторых таких мидтиров немножко выше поднимут. И давайте вот что-то из этого возьму. Как думаете? За кого играть? За кого играть после 4 октября? Кидайте свои эти пожелания. Так, окей, let's go. За Элина играть? Ну, можно было бы, да. Думаю, за чужого было бы полегче против Кратоса, но тут да. Ой-ой. Хорош. Так, это же Hellfire. Блин, сейчас будет огромный урон. О! Конфирм богов. Видели, нет, какой конфирм? Мне кажется, да, нужно взять какого-то интересного и редкого персонажа. Блин, обожаю вот эту композицию. Привет, Пукан, всем привет. Блин, Фератор. Можно попробовать. Кто у нас в России за Фератора играет? Я видел то, что Тари что-то там пытался. Блин, вот Сайрекс, вот интересный вариант. Почему? Потому что нужно брать какого-то красивого и стильного персонажа. Котелька, мне кажется, скучный, чужого все ненавидят. Но чтобы вот, видите, таких игроков побеждать, уже нужно более, знаете, стильно, чтобы людям нравилось.
Так что Сайрекс неплохой вариант. Ладно, давайте, ребят, начинаем царя горы. Так, сейчас я всех добавлю. CMD, спасибо большое за донат. Немного не хватило, ребят. Вот он потенциал. Борачо, блин. Всем нравится Борачо, нет? На самом деле, да. Сейчас будет. Край бэйби. Так. Сэмди, спасибо. Так, док еще скинул. Ну ладно, это уж. Алиса, наверное, понтуется или кто там. Так, Водос. 1, 2, 3. Так, я напишу просто чат. Йо, ребят, всем спасибо большое, кто сегодня задонатил. Ах, жесткий, жесткий выпуск. Let's go. Не, это я еще не покраснел, тут просто освещение такое. Вы что, ребят? Блин, играть за Кенши, мне кажется, ребята, вам надоест. То, что я постоянно буду зонить, а без зонинга за Кенши. Смотрите, окей, какие есть варианты? Кого я бы хотел после 4 октября быстренько, да, с помощью потенциала поставить? Так, сейчас, где это у меня? Вот тут есть у меня место. Китана скучно. Соня это еще та. Не буду материться. Джекс. Вот не мой стиль. Блин, могу я играть за него, но мне кажется, что-то вот поинтереснее нужно. Лезерфейс. Окей. Первый вариант хищник есть. Хищник с ловушками. Кейна слишком мразотный. Вот чужой, Кейна, еще некоторые персонажи. Это полная. Полный мусор, но в плане вот именно, знаете, миксапов. Я не хочу так играть, я хочу более вот, интересно играть. Так, у нас Рейден. Let's go. Рейден. О, слишком сложно за него будет, но тоже как вариант. Мне кажется, Фератор. Фератор скучная. И, ну вот, она редкая и скучная. Вот именно нужно найти комбинацию редкий, интересный. Наказывай. Ух ты, хорошо. Это бог грома, что ли? Да что такое? Блин, я хотел за дисплейсера. Что-то, блин, игра мне сама выбрала бога грома. Блин, Таня, кстати, тоже может. Ребят, заходите. Комп называется Хата 2016. Так, окей, let's go. Блин, я хочу как-то до него дойти, короче, по-интересному. Иди сюда. О, вот это было неплохо. Хорош, окей. Да, Вархавка, спасибо большое, то, что смотрел. Так, кто у нас еще есть? Рейден слишком сложно. Блин, сейчас я открою тестью майт.
Там как раз есть персонажи. Таня? А, можно я Таню? Ну, блин. На самом деле, вот мне лично кажется, что она очень быстро надоест. Слышь, где царь горы? Так вот, царь горы, заходите, ребята. Комната называется Хата 2016. Скорпион не хочу. Так, почему это на тест ее мать заходит? Рептилия. Интересный вариант. Заходи, заходи, мерки. Ё-моё, спасибо большое за подписку. Слушайте, я реально, да, красный был? Что-то уже немножко спал. В общем, я стримлю каждый день Mortal Kombat X. Если тебе интересны скилловые интересные игры за всех персонажей, то заходи. 19:00. Соня Джонни. Окей, есть у меня еще Кунг Лао Хаттрик. Вот именно то, что эти персонажи, они могут супер быстро надоесть. Вот в чем проблема. Мне кажется, вот Хаттрик тоже. Там типа ты ставишь вот эти ловушки и что? Вот скажем, Сайрекс в этом плане намного интереснее. Вот хищник неплохой вариант, вот он мне нравится. Вот именно, знаете, если взять Гору, то он будет слишком скучным. Если взять Ферротора, они тоже скучные. Вот что у них есть? У них есть 2-3 приема и все. То есть, мне кажется, просто зрителям надоест на это. Ой-ой-ой, тут что-то White Code совсем. Что там фалшет пишет? Вон, Алисе, Алисе сообщение. И доку. Вот Сайрекс мне нравится. Вот это хорошая идея. Потому что он красивее, потому что у него мувы крутые. И у него есть разнообразие. У Гора нет разнообразия. У Рейден слишком сложный. Ну, Сайрекс, наверное, тоже сложноватый, но не так сильно. Закончи не хочу. Задивору нет. Ермак есть еще, да, Ермак. Ермак вот во второй вроде своей вариации. Мистик же, да? Мистик. Гора скучно. Кейси, там две кнопки. Джеки, тоже две кнопки. Такеда, я его уже видеть не могу. Милина, опять же, вот уровень это чужого, это уровень Кейна. Настолько мразотные персонажи, то что я вот за них просто играть не хочу. Давайте вот, блин, Лю Кэнг. Окей, Лю Кэнг. Лю Кэнг с отменами, может. Окей, подумаю. Слушайте, работает, работает тактика. Я думал, он уже этот против Шейда играет. Таня, хищник Сай. Блин, вот, ребята, Таня быстро надоест. Но она там что-то прыгает, прыгает на своем шесте. И все, как стрекоза скачет, но... Вот именно, скажем, Сайрекс в этом плане интереснее. Даже Рейден в этом плане интереснее. То есть, если персонаж редкий, это не значит то, что за него прикольно играть и его прикольно смотреть. Вот Такеда, да, вот что там смотреть? Просто там прыгает своими хлыстами туда-сюда, туда-сюда. Это мы видели уже миллиарды раз.
Стас, заходи. Комната, хата 2016. Блин, кунжин слишком. Очень простой. Очень сильный. И скучный. Скучно. Опять же, он там своей палкой машет туда-сюда, туда-сюда, на пол экрана. И... не знаю. Так, Титана это сразу отбрасывается. Кенши. Блин, вот Кенши тоже можно попробовать. Или Барачо еще, но Барачо... И есть у меня еще вот эта вещь. О, смотрите, зашли, зашли люди. Шаффл шейд. Блин, я хотел вообще-то... Слушайте, неплох. Я тоже неплох. Окей. Ему нужно делать кроссап. Мне кажется, кроссап был единственным его шансом. Лагает, что ли? Ладно, короче, ребята, я завтра попробую или битрейт уменьшить. Но я не могу починить. Давайте так, к этому вопросу подойдем более ответственно и уже решим после 4 октября. В общем, как только выйдет патч, как только выйдет Mortal Kombat X на PC, возможно, я целый стрим посвящу именно вот анализу изменений. И тогда уже решим, за кого имеет смысл играть. Пока что у нас Хищник, Сайрекс, Ермак Мистик, Рейден, Кунлао Хаттрик и, возможно, Лю Кэнг. Блин, Тремор, Тремор, Тремор. Не, за Тремор я уже играл, мне кажется, скучно мне будет возвращаться к нему. Рептилия мне не нравится, честно вам скажу. Кожаное лицо. Окей, подумаем. Может еще кожаное лицо? Ребят, сори, я постараюсь завтра. Я завтра, короче, верну стрим через сервис restream.io. И там уже, надеюсь, будет получше.
Слушайте, умеет конфермить. Ух ты. Ой, много людей. Ну ладно, я уже... На самом деле я не люблю быть слишком часто царем горы. Устаешь от такого количества игр. Джонни, почему ты забил на стиль Таркантайн? Скучно, скучно, ребят. Скучно играть за одних и тех же. Я вот не понимаю, как парни типа Шейда, ой-ой-ой, там тысячи часов посвящают одному персонажу. Для меня это невозможно. Миссия невыполнима. Ой, он тоже там Милин играет? Пока что самый хороший вариант, как по мне, это Сайрекс. Ух ты! О! А, я думал, накажется. Окей. Ух ты, перебил. Чудеса, чудеса какие-то. Вот поэтому я не хочу за ней играть. Фух. Это последний герой, но... Не, обычно тут
Последний герой не такой популярен среди такой тусовки. Привет, пират. Да, как дела? Спасибо, что вчера скидывал. Спасибо вообще, что смотрите. Ой, только не грандмастер, ребята. Ох. Мне кажется, люди просто заспать будут, когда я на грандмастер буду играть. Хотя, конечно, персонаж крутой. Против определенных матчапов. Привет, Иван, все хорошо? Как у тебя? Так, ну что? Чё так? Что происходит вообще? Так, тогда, пока у нас маленький перерыв, давайте я поблагодарю всех. Йо, ребят, всем спасибо. Водос, Даша. Same Div, Док даже скинул. Паша. И вот, да, чат. Парень из чата скинул. А, еще Никита, да. Всем спасибо. Если кто-то еще хочет, то пожалуйста. Окей. Нужен, нужен, нужен. Кстати, oh, fuck me. Come on, come on. What the hell is going on? Ой, как много у нас людей. Сори, ребят, надо пересоздавать. Пожалуйста, перезайдите. Так, смотрите, октябрь можно посвятить двум вещам. Как я планирую выпустить примерно 4-5 просто офигенных обучающих видео. То есть это пойдет для новичков и для, получается, средних игроков. Вот. Собственно, я там буду всему учить. Как подняться выше, как стать хорошим игроком. Или я могу посвятить октябрь задротству. Чего я не очень-то хочу. Как думаете, лучше мне сделать для вас побольше роликов? Чтобы все уже наконец-то немного-немного выше-выше становились по этой иерархии Mortal Kombat X. Так, слушайте, давайте возьмем Рейдена. Привет, Юля, как дела? Слушайте, что-то этот, очень много девочек меня смотрят. В чем дело? Объясните. На Ютубе там постоянно. Катя смотрит. Вроде Саша там была. Ну, экзорсис, у меня тут не сброд. Окей. А, ну я понял. Окей, молодец. Йо, пират, спасибо большое. Будет, будет. Ой, окей, вот это была техника. Это, кстати, похоже на мою технику за Ермака. Тогда, помните, Грейт Кунла вообще офигел? Типа пока и спецприем. Этот парень сделал то же самое.
Блин, что я делаю? Слушайте, работает, работает. О, вот это было красиво. Да что ты? Блин, что я делаю? Блин, смотрите, уже новый миксап. Чуть не проиграл. Слушайте, молодец, молодец, ассасин. Привет, Дэнни. Что за Джулия? Так это... Топовая стримиша по Mortal Kombat X. Зайди там на ее канал, посмотришь. Ух, что-то хрустнуло. Так, продолжаем за Рейдена. Как зайти? Ну как, на ее этот. На ее имя в чате нажми, да и там зайдешь. Так, пират, спасибо большое. Не, там пришло. Только я не добавил. Сейчас я добавлю. Блин, знаете, охота какую-то интересную компьютерную игру, посвященную только пиратам. Не вот какие-то там Assassin's Creed, Black Flag. Вот. Что-то типа Корсаров, да, но нормальных, нормальных. Что-то типа Sid Meier's Pirates, но поглубже. Вот Sid Meier's Pirates хорошая игра, но слишком казуальная. Денежку отправила, она не пришла. А старт, ты что-то скинул? Сейчас, сейчас, сейчас отвечу. Спасибо большое. Окей, not bad. Ух ты! Привет, Данила. Да, спасибо, спасибо. Так. Вопрос, вопрос. А на чем лучше играть? На крестовине или на стеке? А, лучше играть на крестовине. Почему? Потому что тебе нужна четкость нажатия. А получается на аркадном стике, но это не аркадный стик, просто стик. А, он может плавать туда-сюда. Поэтому все играют именно на D-паде.
Назови плюс-минус управление. Но я не знаю. Плюс вот этого, то, что мягче, да. Если бы вот этот стик был бы большой, как в настоящих аркадных стиках, то можно было бы. Но он слишком маленький. Из-за того, что он маленький, неточный. Поэтому используй D-pad. Блин. Давай сыграем за Джейсон. Да, Стар, спасибо за донат. Так, добавлю я тебя. Сергей. Всем, ребят, спасибо большое. Блин, я же тоже могу зониться. У меня не хуже. Окей, найс. Джейсон на Жаку всегда прыгает. А что такое игра? Иди сюда. Что это вообще за техника у этого парня? Окей. Вот тебе шашлычок. Джонни, можно с тобой после стрима в Injustice? Не, мистер, сейчас у меня немного времени, маловато. Единственная возможность со мной сыграть, это вот Mortal Kombat X в Царя Горы. Больше я не играю. О, Грейт Кунг Лао зашел. Круто. Сегодня, да, сегодня трудный день. Давайте за Джекс попробуем. О, Пафнучи, спасибо большое. Пожалуйста, пишите об этом. Я просто Киви не могу проверять. Сейчас. Спасибо, спасибо, спасибо. Фига ты? Йо, спасибо большое, Пафнутиш, 300 рублей. Это, конечно, хорошие, нормальные деньги. Большие деньги. Спасибо большое. Сейчас я добавлю. Да, я его обыграю. Ой-ой-ой. А, это эгоист наш. Окей.
Ай-яй. Чё вы так лагаете? Чё ж так лагает? Актриса фильма «Трой»? Это же австралийка. Как её звали-то? Такая известная актриса. Но её там вообще, конечно, замакияжили в этом фильме. Её совершенно не узнать. Блин, ребят, если лагает, я, короче, завтра перейду обратно на рестрим. Сори. Или попробую битрейт понизить. Такое, конечно, быть не должно. Джонни, в США когда поедешь? А я не знаю, когда. На Ева, ребят. Кто проспонсирует? Так, сейчас я добавлю пафнучиша. А, пускай рандом будет. Так, пафнучишь, спасибо большое. Каждый день донатишь что-то. Очень приятно. Ребят, я пока с этими лагами делать ничего не смогу. Но завтра уже не будет лагать, сори. Извините, не знаю, что можно сделать. Пока, Юля. Мне кажется, там вообще плюсов нет. Ай-яй. Ой-ой-ой, неплохо. Not bad. Вот это было круто. Да, конечно, за рейдена играть сложно, ребят. Это еще комбица? Окей.
О, хорош. Ах, немножко не хватило дубасику. Привет, Фьючер. Ты знаешь, нет, какой у меня любимый персонаж? А, дисплейсер крутой, да. Блин, лагает. До сих пор лагает.